Всем привет, ребят! Очередной аккаунт на коллекционера. Нужна Фрея. Так. Не тупим. Вот такой вот ник. Аккаунт моего подписчика Марата, который находится в гильдии Папаши. Вот так вот. Босс 5 20.00, босс 3 21.00. За пропуск БГ Кик, атака фортов 20.00. Удачи, МДМ. Ну, спасибо. Спасибо. Битва гильдии 4, атака фортов 1, 44.75. Так, ну что тут у нас по аккаунту? Так, силушка. Ну, неплохо, в районе 200к можно смело выступать. Так, окей. Смотрим, рассматриваем аккаунт, что есть, чего нету. Аджей не зафармлено. Подземки. Семерки начал, дошел до 7-8. Понял. Аккаунт донатный. Доната до Минотавра еще нету. Понятно. Побежали смотреть его алтарь, что у него здесь есть. Так, Афина неплохо, Седна отлично, неплохо, хорошо, видимо, аккаунт молодой. Так, хорошо, тоже неплохо, что вторым стоит, смертельный, да. Да, ну Анубис есть с бастионом 12-12. Я его до сих пор не затащил. В принципе, Минотавра нет. Хотя можно все без Минотавра пройти. Так, стрелок. Понятно. Топовый. Топовый Рину, топовый ворожей. Еще один ворожей. Хранитель. Без талантика пока что. Тыковка, конечно, печальна. Вот она, печаль, наверное, вся. Надо студеных. Валька топчик. Бидончик без пятой ремки. Варлок хороший. Докачивается. Заклинательница. Ну, герои, как я смотрю, неплохие. Рибит. Да, героев здесь хватает. Так, еще одна тыква с берсом, у нее даже не качает, наверное, надежды на воодушевление. Так. Все, ниндзики. Так, кого я не вижу? Не вижу Бигфута, Фрейм. Да, Бигфута нету. Окей. Ну что, поехали. Поехали ролить. Надеемся, у нас новый Зила, друид. Или не надеемся. Бульдозер. Еще один бульдозер. Все, и тут я понял, что нас тут ничего хорошего не ждет. Так. Рыцарь. Еще один. Эктоплазм. Блин, как-то печально все. Ниндзик. По сравнению с другими, Афинка. Афина у него уже есть. Хранитель. Здесь вообще как-то слабенько. Леди Лео. Валентина. Ну-ну, давай, рандомчик. Давай что-то интересное. Суккуб. Нахрен эта сучка нужна? Та жесть какая-то. Надо сходить в рейд куда-то. Так. Просто жизнь, боль. Варлок. Итак, по 30к просто протратили.
Ну, хотя бы студенок 10 выбили. 11. Ну, окей. Так. Так. Ну что, поехали. Как обычно. Делаем ход конем. Вариантов нет. Надо добить все-таки ему тыковку. Ну, в принципе, неплохо падают эти на 30к, как и на предыдущем аккаунте. У нас получилось. Так, окей, отлично. Поехали. Поехали. 5 слотов. Ну, просто огонь. Просто фея. Ху-ху-ху, бля, охуеть. Ну, что я могу сказать, ребята? Это очередной читроллинг. Просто, блядь, просто вау. Бигфут недостающий. Анубиса выбили. Деда Мороза выбили. Ну, блин, круто. Что я могу тут сказать? Это просто жесть. Хоть тут Анубис уже есть, но это просто был читерный удар. Поехали дальше. Так, рыцарь тьмы. Да вроде все. Триант еще. Малышник. И еще триант. Вот так вот опустошили мой аккаунт. Забираем. И забираем топовый приз. Отличненько. Так, ну что, идем открывать. Давайте сначала пойдем сюда, в события, не в события, а в сундучки. Заберем отсюда награду. 13 попыток. Ну, чтобы здесь еще Фрейя упала, это вообще был бы огонь. И 150. Окей. Вот пришли нам самики еще. Ну, оставим их. Пусть они у него будут. Так, что тут еще есть? 3,5 уже. Так, карта есть. Ну, блин, давайте попробуем коробочку открыть. Каменная кожа. Уху-ху, каменная кожа. Ну, тут, я думаю, он сам подумает, кому поставить эту каменку. Вариантов у него как бы есть, хватает. Идем сюда. В принципе, Бигфут, я думаю, это отличная идея будет поставить на Бигфута. Ой, блин. Сейчас еще использую. Это не отличная идея. Мы сейчас так и сделаем. У него еще и стрелок в загашнике есть. Вообще мажор. Войти. Бигфут. А, подождите. Я опять автокал. Я для него просто скин был. Да, у него был активирован уже скин.
Бигфута. Так, то у него тут такое еще есть интересное. Ну, Бигфут однозначно, у него эти все уже. Тут каменка стоит. Прокачаны так, как надо. Следующая каменка по-любому идет на Бигна. На Биге. Поменять. Заменить. Так, ну идем мучить исцеление. Исцеление и делать его тыковку. Вот такая она у него, ну одна с ремкой, одна, ну дремка это уже давным-давно прошлое, поэтому я думаю, вряд ли ты будешь старую качать. Я сразу тут, не задумываясь, сделаю вот так вот. В принципе, получилось неплохо. Давайте еще ему подсолим карты. Вдруг что-то упадет. Идем на стрелка. Поехали. Так, замедление. У кубчика что стоит? Второе замедление. Так, ищем друида. Друид уже спрятан. Так, тут смертельный, в принципе, правильно. Укротитель с пятым стоит. Так, хрен его знает, кому ставить. Ладно, не буду я сливать ему карты. Пусть уже сам себе выберет, что ставить кому дальше. А мы свое дело, как обычно, сделали. Вот так вот, ребята. Вот это вот жесть. Второй Анубис. И все-таки забрали воодушевление, ставили тыковки. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе на Некроса. Всем пока.